В это воскресенье, 12 июля, в нашей стране отмечается День рыбака. Дата праздника выбрана не случайно. Считается, что к этому времени как раз заканчивается действие запрета на ловлю рыбы, связанное с их нерестом. Кроме того, летняя погода окончательно приходит в норму, и все стремятся к водоемам, чтобы порыбачить. О славянских рыбаках, а также их секреты хорошего улова мы расскажем в следующем материале выпуска. Славянский район, окруженный со всех сторон водой, называют «Кубанская Голландия». Границы района протянулись по рекам Кубани, протока, а также по побережью Азовского моря. Сама природа благоволит любителям тихой охоты, как еще называют рыбаков. Каждый день на берегах рек и каналов можно встретить любителей порыбачить. Хоть рыбалка считается и чисто мужским занятием, среди заядлых рыбаков встречаются и рыбачки. Тамара Федунова – одна из них. Рыбалка увлекается уже более 30 лет. Постоянно мужа прошу, чтобы отвез на рыбалку. На речку в основном мы ловим, по каналам почти не ездим. Вот. Ну, очень нравится. Я здесь отдыхаю на речке. Просто отдых. Смотришь и отдыхаешь. Не может жить без рыбалки и пенсионер Виталий Чабан. Его увлечение началось еще в детстве. И вот уже более 60 лет, практически каждый день, он приезжает на берег протоки, чтобы порыбачить. А есть самая большая какая-то рыба, которую поймали? Самую большую я еще не поймал, надеюсь. Ну, ловил, по 10 килограмм ловил с озорного, самого таких, ну, 5-10 килограмм больше как-то. Не попадалось. Для того, чтобы стать рыбаком, нужно прежде всего любить это дело, а опыт придет со временем. Что касается секретов хорошего улова, то у всех рыбаков он один – быть терпеливым. Надо очень большое терпение. Терпение – это надо ждать, когда клюнет, а так сразу так не поймаешь. Не знаю, нет вроде таких больших секретов. На червя ловится, на опарыша, на грану. Вот в последнее время я на грану вот делаю специально, есть, ну, режу, вот, покупаю, режу на грану. Неплохо. Разная рыба. Рыбалка – это увлечение на всю жизнь, уверены заядлые рыбаки. Если хоть раз попробовал, то уже не сможешь жить без этих тихих многочасовых созерцаний за поплавком и радости от пойманного улова. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».